Дежурную часть межмуниципального управления МВД России Щелковская поступило срочное сообщение из гипермаркета «Глобус». В одном из автомобилей на парковке заложен взрывоопасный предмет. В короткое время создается оперативный штаб, на место прибывает группа незамедлительного реагирования. Это практическая тренировка по отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Но выборная история вполне возможна. Для того, чтобы проверить готовность силовых подразделений и их реагирование на сообщения о преступлениях, такие учения проводятся регулярно. По легенде, в одной из машин заложено взрывное устройство. Нарядами полиции оцеплена территория по периметру. Заблокированы все входы и выходы в торговый центр. Сейчас ведутся поисковые работы опасного объекта. Прибывшие к месту наряды полиции и кинологи обследуют территорию на предмет нахождения дополнительных каких-либо взрывных устройств. И к месту вызывают саперную группу. Сотрудники правоохранительных органов призывают к бдительности и жителей. В случае обнаружения оставленных вещей и подозрительных предметов, а также надолго припаркованных автомобилей, следует немедленно сообщить в полицию. В случае обнаружения гражданами предметов, схожих на взрывчатые вещества, либо взрывные устройства, гражданам следует незамедлительно отойти на безопасное расстояние от места обнаружения, соответственно, сделать вызов в экстренные службы, сообщить о своей находке и соблюдать спокойствие, никогда не допускать паники, давки. Сегодня в Щелковском районе ведется большая работа по антитеррористической безопасности. Проводятся заседания специальной комиссии, а подобные учения и тренировки помогают наладить взаимодействие между службами. Необходимо быть готовыми к любой ситуации. По результатам мероприятия силы, задействованные в организации обеспечения охраны общественного порядка, задержания преступников, справились на хорошем уровне, сработали быстро, незамедлительно. Марина Позднякова, Валерий Жиглетель, радиокомпания «Щелково».